Мы, Россия, вместе с Забивакой покажем вам красивый футбол и постараемся забить всем гол. Итак, болельщики, просим вас болеть за нас весь этот турнир, ведь мы Россия. У нас турнир проводится дома, поэтому нас очень много. Вперед, Россия! Да, как он уже сказал, мы действительно просим вас болеть за нас весь этот турнир. Но тут чуть-чуть прибавил, но это не важно. Да, болейте за нас весь этот турнир. Мы будем очень стараться, потому что мы Россия. Итак, озвучьте-ка нам новости. Какие новости? Где мы их возьмем? Да, действительно, где мы возьмем новости? Нам надо тренироваться. Ну, тогда давайте тренироваться. Да, действительно, давайте потренируемся, пока еще время есть. Да, завтра уже первый матч с Саудовской Аравией. Да, давайте тогда тренироваться. Давайте! Ну, пасуй. Хе-хе. Хо. Ну, давай пас. Хе. А, ну, отбирай, свинюшка. Все. Меняемся. Пасуй. Ну, отбирай. По восемь покатаем. Ага, меняемся. Разыгрывай. Я перехватил. А может уже во что-то другое поиграем, а? Да, теперь пора поиграть во что-то другое. И сейчас по плану, так-так-так. Посмотрю, что сейчас... Бег. Кто первый добежит до мячика, тот и выиграет. Хорошо. Раз, два, три. Я почти. Я первый. Ура. Ну все. Надо уже прощаться с болельщиками. Да. Всем пока, болельщики.